С добрым утром, малыши! Привет, друзья! В студии Хрюша, Антон Зорькин, а также фокусник-иллюзионист Макс Брайт. Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ведущие! Друзья мои, я для вас сегодня приготовил очень много волшебства. Ой, да, ну, Макс, мы с Хрюшей очень любим разные там фокусы. Да, да, да. Да, и мы посмотрели их огромное количество. Поэтому удивить нас не так уж и просто. Да. Ну, я все же попробую. У меня в руках есть небольшой листочек. Итак, какого цвета листочек? Белого. Ну, пока как-то очень грустноватый. А пока давайте представим, на что похож наш листочек. Ой. На листочек. Подожди, Антон, держи. А, так. И теперь покажи нам птичку. Вот. Вот, вот это уже, Хрюша, похоже на птичку, правильно? Как будто чайка летит. Похоже, да. Подождите, а вы волшебные слова знаете? Я знаю волшебные слова. Да. И какие? Тиндер, миндер, лапупиндер. И наша птичка становится самой настоящей. Ой, какая хорошая! Это же голубь, белый голубь! Знакомьтесь, это Лёлик! Лёлик, привет, Лёлик, хороший! Лёлик, а можно мне его погладить? Такой хороший Лёлик! Да, Лёлик, хороший! Лёлик, такой добрый, добрый! Да, и не улетает! И не улетает! Возвращай, Лёлик! Лёлик на самом деле не настоящий! Мы берем волшебные ключи! О, опять работает, смотрите! Ой! Подождите, а куда Лёлик улетел? Вон, где? Туда! Нету там его! Нет, он там, да, честно. А где он? Да ладно, на самом деле, Макс, он у вас на голове. У меня на голове? Да, да. Ой, ты точно. У меня на голове. Два Лёлика! Как так? Как так, ребята, вы это видели? Был один, а потом их стало два! Два голубя! Вот пока... это да! Убираем их вот сюда. Антон, да. Держи. Да, держи. Я хочу тебя попросить, бросай наверх. Бросаю. Давай. Оп. Друзья мои, если мы скажем еще раз волшебные слова. Тиндер, миндер, лапупиндер. Ой! Смотри, какой смешной! Еще один появился! Как так получилось-то? Ты же знаешь волшебные слова, поэтому и получилось у нас. Ой, как здорово! Мне кажется, это просто такой платочек волшебный, он как будто из пространства поймал такого голубя. И платочек волшебный, и мои слова волшебные. Точно! О. Друзья мои, а давайте спросим у наших дорогих зрителей. Они все цвета знают? Ой, ребята, а вы все цвета знаете? Да. Говорят, что все. Давайте проверим. Какой это цвет? Розовый. Правильно, подождите. А это какой цвет? Зеленый. Зеленый. А этот? Красный. Подождите. А вот этот? Желтый. А этот? Это белый. Вы что, правда все цвета знаете? Ну, конечно, мы любим цвета. Да. А, я знаю, если я вот так вот перемешаю, какой цвет получится? Разноцветный. Правильно, разноцветный. А, я знаю, вы, наверное, не знаете, какой это цвет. Кто мне скажет? Ну как, это же синий цвет. Правильно, да. Если все соединить, то получится. Разноцветный. Ух ты! Ух ты! Из белого платочка был белый голубь, даже три. А из цветных платочков получился попугай. Ой. Знакомьтесь, это Майкл. Это один из самых редких попугаев в мире. Таких в Российской Федерации всего лишь три штуки. Это ара породы орликина. Вот это Майкл, да. Здравствуй! Привет, Майкл! А он умеет разговаривать? Конечно, умеет. Знает целых 18 слов. Антон, подними руку вот так наверх. Итак, Майкл, дай 5. Невероятно! Какой молодец! Молодец, вот такие красивые перья у него, Хрюша. А можно еще какой-нибудь фокус посмотреть? Майкл, а давай мы покажем, что мы умеем. Покажем? Идем? И раз. Друзья, ну... Какой же артист без аплодисментов выступает, правильно? Да! Смотри, он взбирается по лестнице! Молодец! И какой молодец! Майкл! Антон, ты видел, как он поднимается? Да! Итак, держи! Ух ты! И попробуй так же, переворачивай! Молодец какой!
Ой, Майкл, смотри, Хрюша. Ух ты, он поднимается. Сильный какой. Да, старается. Силач. Молодец. Майкл. Какие крылья у него большие, красивые. Ух ты, я похож, наверное, на пирата. Да, тебе только шапки не хватает. Свисток всех наверх. Пёстрый. Такой классный и, главное, не кусается. Давайте Майкла пока посадим вот сюда. Давайте. На жердочку. Такой классный Хрюша. Такой. Антон, скажи, а ты рисовать умеешь? Хрюша, я рисовать умею. Да, умеешь. Я умею рисовать. И что, прям красиво-красиво рисуешь? Ну как, иногда красиво получается. Ну, у меня для тебя. Пора. Есть небольшой предмет. Это листочек. Да. Держи листочек. Держу, простой. И листочек. Также есть у меня небольшой красный фломастер. Да. Держи. Да. Я хочу тебя попросить, нарисуй на этом листочке, знаешь что? Что? А давай нарисуем рыбку. Рыбку? Рыбку. Хорошо. Простую рыбку. Обычную простую рыбку. Как у нас рыбки рисуются, кто помнит? Глазки, хвостик, копыта, зубки. Что еще там было? Нет, копыта. Нет, ну какие копыта? Ну просто надо нарисовать овал какой-нибудь, к нему пририсовать хвостик. Ну да. Ловнички. Вот у меня получилось. Надо улыбающуюся рыбку. Вот так. Какая красивая у тебя рыбка получилась. Друзья мои, мне понадобится небольшой бокал воды. Майклу нравится. Так. Держи бокал за ножку. Друзья мои, действительно, какая красивая рыбка, не правда ли? Да. Прямо. Давай возьмем чуть-чуть водички. Ой. Мы свернем с вами маленький кулечек. Так. Свернули. Так. Говорим волшебные слова. Давай. Тиндер, миндер, лопупиндер. И наша рыбка становится самой настоящей. Так, так, Макс, может быть, смотри. Самая настоящая золотая рыбка, друзья мои. Причем я точно такой же нарисовал, и глазки такие, вот хвостик это. Даже такой. И она так же улыбается. Да! А интересно, она желание исполняет? Я хочу продолжение фокусов. Я вот тоже хотел у нее спросить. Ты желание исполняешь, рыбка? Конечно, она исполняет 3 желания целых. Ух ты! Она же золотая рыбка. Как здорово! Макс, спасибо вам большое. Вам удалось нас удивить. Думаю, и ребят тоже. Спасибо, что пришли к нам в гости. Я очень рад, что мне удалось вас удивить и порадовать. Я обязательно приеду еще раз к вам в гости, друзья мои. Мы очень будем ждать. Конечно. Спасибо, что пришли. Обязательно приходите. А еще не забудьте подписаться на мой инстаграм. Хрюша_класс. Там отличные фото и видео. Подпишитесь? Хрюша, я обязательно с удовольствием подпишусь на твой инстаграм. Класс! Ребята, а вы живите активно и мыслите позитивно! И смотрите канал «Карусель» всей семьей! С добрым утром, малыши! Доброе утро!